расскажет Анастасия Михайловская. Конкурс рисунков на асфальте – отличное начало летних каникул, уверены юные пятигорчане. Тема интересная – мир, в котором мы живем. Помимо взрослых, работы конкурсантов оценивают и представители специального детского жюри. Мы будем оценивать по цвету, как раскрыли тему нашу, и у нас еще делится по возрастам. Юная художница Ирина Петросян считает, победить только благодаря таланту нельзя, нужно еще хорошо поработать. Я рисую землю, потому что земля – это счастье, где… Творческие площадки работали в День защиты детей во всех парках и скверах окружной столицы. На одной желающие мастерили ветряные мельницы из подручных материалов. Рядом с ними раскрашивали мультяшных героев или участвовали в мастер-классе по аквагриму. Потому что каникулы – это время совершенствоваться. То есть это не просто время сидеть и проводить его дома или за городом. Без разницы. Главное, что ты многому научишься за это время. Веселые и зажигательные номера от маленьких пятигорчан создавали праздничное настроение и неповторимую атмосферу беззаботных летних каникул. Они у ребят еще впереди.